Слушайте, я немножко успокоилась, конечно, но мне кажется, Алексею нужно курсы создавать, как правильно, значит, они пойдут, правда, как правильно заначить куда и какие виды, и для чего, первое, там, номер два, три, да. Только для своих и по большому секрету. Да, но у нас гость в студии, тем не менее, Ольга Бондарь, бизнес-психолог, коуч. И как раз мы хотели у нее спросить, а вообще вы как к заначкам-то относитесь? К заначкам? Ну, это накопление. Очень хорошо. На, вот накопления никакие, это тайные накопления мужчин. Ну, давайте так говорить, как будто так, тайные накопления мужчин. Ну, только про мужчин или про женщин? Женщины... Я думаю, давайте в общечеловеческом вопросе. Да, разберем. Женщина же имеет моральное право тоже их делать, гипотетически. Мы допускаем, мы мужчин допускаем это, да. Потому что, да, у меня вот подруга недавно копила супругу на iPhone, это тоже была заначка. Поэтому это безотносительно, мне кажется, гендерных особенностей. Поэтому... Заначка, ну, в общечеловеческом смысле слова, значение слова, это хорошо, потому что гораздо приятнее, есть такая наработанная практика, гораздо приятнее деньги тратить, правильно? А вот если формируется механизм, то, что приятно и копить деньги, вот это становится отличным таким фактором личностного роста, не побоюсь этого слова, поэтому заначки развивают человека. Ого. Слушайте, но если человек получает удовольствие от накопления денег, как вот в Плюшкина не превратиться вот таким образом? Конечно, 4 заначки имеют. Да, я тоже слышала идею про 4 заначки, но это классно, потому что, ну как не превратиться в Плюшкина? Наверное, подумать, для чего ты копишь, да, то есть и ставить себе дальше и дальше цели, а не только копить, но и тратить. Потому что, конечно, это, знаете, как мне почему-то напомнило сейчас озеро, да, когда, то есть, вода только втекает, она же может потом запах какой-то издавать. Поэтому лучше, конечно, и тратить, да. Да, ну, давайте тогда разберем, на что копят мужчины, на что копят женщины. Давайте. Нарисуем эту табличку. Давайте, с удовольствием. Мужчины чаще всего тратят деньги, ну, как вы думаете, на что? На игрушки. Любимые игрушки, да? На игрушки. Это авто. А причем авто не только в разрезе машина, но и в том числе автосалоны, да, тюнинг, вот эти прочие вещи, да. Uh-huh. Гаджеты, ну, техника. Техники, да. Причем, по данным исследователей, в том числе и бытовую технику покупают больше мужчин. Чаще всего, я так понимаю, делегируют им женщины, да, это покупать. То есть, ну, поэтому гаджеты, то есть в разном смысле этого слова. Сюда также отнесем спорт. Спорт – недешевое удовольствие, да, вот, допустим, недавно играла в гольф, там тоже свои есть всякие, да, то есть аксессуары, свои, оборудование, дорого, да, это дорого, да. Поэтому тут разные, то есть могут быть, да, траты, но тем не менее, вот такие основные я выделю. Сейчас даже сменю маркер, почему-то мне хочется про женщин вот так вот, да, красивым красным цветом рисовать. И траты женщин – это одежда. Одежда, ну, тут у кого-то, да, кто-то любит брендовую одежду, кто-то любит, то есть, красивую, дорогостоящую, разные, то есть, разные есть оценки, но самое главное, то есть, одежда. Уход за собой. Уход за собой, да, есть, знаете, я тоже, когда готовилась к эфиру, смотрела разные смешные ролики, то есть как рассказать супругу, сколько по-настоящему стоит. Да, или иная процедура, да? Да, угу. Да, то есть процедура или вещь, да, то есть косметика. Косметика, ну и салоны красоты, вот я, наверное, бы так бы объединила, тут и уход, да, и прочие вещи. Салон красоты. Вот так вот. Вот и все, что женщине. Вот и все, то, что женщине нужно для счастья, очень даже немного, поэтому лучше, конечно... Почему это так дорого стоит? Можно вопрос? Ну, это же красиво. Ну, понятно. Вот и все, вот тебе ответ. Красиво... Вот. Катер новый, вот это красиво. Ну, именно поэтому, да, то есть женщины копят на свое, а мужчины копят на свое. Понятно, иногда да. Это в заначках. Это все в заначках, чтобы ты не знал просто сколько это все стоит, понимаешь? Угу. Ну, у нас просто не 4 заначки, а 1. Но мы будем делать 4. Ты просто нас научил, просветил. Практический совет, как тратить правильно? Угу. Ну, наверное, вначале расскажу, как копить. Есть такая простенькая книжка, она не, то есть небольшая, да, то есть самый богатый человек в Вавилоне, поэтому я рекомендую, то есть для того, чтобы тратить, лучше накопить, конечно, есть кредиты, прочие вещи, но все-таки лучше копить и, воспользоваться советом, который есть в книге, откладывать. И, то есть, именно паттерн поведения на работу, то, что как здорово, когда ты умеешь откладывать, то есть управлять собой. Это, знаете, как тема эмоциональный интеллект, не чтобы эмоции вами владели, а чтобы вы владели своими эмоциями и управляли. Вот, а вот как тратить, да, на что тратить? Сейчас, да, я в упрощенном виде приведу вам пирамиду Франклина. Ну, слышали, наверное, такое понятие, как в психологии, может быть, там про ценности?
А Франклин это который на 100 долларов купюре? Ну да. Понятно. Ценности. Ну, вроде бы правильно, да, написала без ошибок. Вот. Для того, чтобы траты были... доставляли удовольствие, то есть хотел сказать слово эффективными, да, то есть, ну, я не на бизнес-тренинге, да, а чтобы доставляли удовольствие, потому что, знаете, как елочные игрушки бывают, да, то, что радует, они такие же, радует, да, 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 то есть, но не радуют, да. Поэтому сейчас стратегические цели, угу, долгосрочные цели и краткосрочные. То есть везде немножко нужно пополнить. Ну, это такая вот а-ля пирамида, да, насколько это мне сейчас получится в прямом эфире, да. И для того, чтобы ваши траты доставляли вам удовольствие, во-первых, нужно продумать свои жизненные ценности, да. Почему женщина тратит на красоту? Потому что эстетика внешняя окружающее пространство себя, да, это одна из ценностей. Поэтому все просто. Нужно разово продумать свои ценности, чтобы не только тратить, но еще и тратить с удовольствием, да. Продумать свои ценности, какие есть. Исходя из этого, продумать стратегические цели. Здесь бы я уже хотела бы тот пресловутый, знаете, кошелечек бы нарисовать, да, так вот. Кошелечек, но с рублями, да. Вот. Исходя из этого, подумать бюджет своих стратегических целей и копить, это, знаете, вот долгосрочные цели, то есть, допустим, стратегические цели, вот если у мужчины, да, то есть... Ну, он же сказал, Алексей, одна заначка у него долговременная. Да. Значит, другая какая-то. Да, на яхту, допустим, да, заначка. Поэтому стратегическая цель лет, допустим, так, в 60 выходить в Средиземном море на своей собственной яхте. То есть на нее, скорее всего, нужно заработать и накопить. Вот. Надо прям с 5 лет думать, чтобы на Средиземном море, да, на яхте. Чтобы у нас эта яхта появилась, нужно краткосрочные, да, цели какие? Первоначальный капитал накопить, да, то есть, опять же таки, наверное, какие-то пойти на курсы, там, обучение вождения, то есть, яхта, да, или делегирование, как нанять правильного, да, то есть, человека, который будет управлять вашей яхтой. И поэтому, исходя из своих вот ценностей, да, чего я хочу в своей жизни, какой я, да, прорисовать и пробюджетировать стратегические цели, ну и копить, пусть на это уйдет лет, не знаю, 20, но это будет с большим удовольствием, и вы будете чувствовать то, что вы живете своей жизнью. А куда прятать? Вы куда-нибудь прячете? Да, куда прячете? Есть, знаете, такая интересная форма, то есть как прятать, да, сейчас же, потому что движение по картам очень легко отследить, поэтому в кэше, да, если прятать, да, то есть не про такие стратегические, да, долгосрочные. Дома где-то под матрасом? Дома где-то под матрасом, других... Старый добрый черный нал, понимаем? Да. Слушайте, да, спасибо вам большое, конечно. Пожалуйста. Понятно, что нужно копить. С одной стороны, знаешь, заначка – это хорошо, да? Вот ты копишь, на что-то накопил, ну, понятно, приятно, не да? все растратил. А с другой стороны, конечно… Не все нашли. Да, 4 заначки, но это же вообще до сих пор в шоке. Скажешь что-нибудь? Ничего, я просто предлагаю тебе уже успокоиться. Я уже, не знаю, объяснил, в общем, стратегию накопления. Так ты бери на вооружение, не удивляйся.